Депутаты Джугурку Кенеша создали комиссию по выяснению ситуации на нефтеперерабатывающем заводе «Джунда». Глава профильного комитета Коджибек Рыспаев заявил, что предприятие приостановило свою работу. ГСБ, в свою очередь, заявила о сокрытии многомиллионных налогов. Итоги комиссии будут объявлены в ближайшее время. Зарима Мусаева расскажет подробнее. Весь сыр-бор по работе предприятия «Джунда» начался после того, как там побывали члены профильного комитета. Рабочие пожаловались нардепам, что предприятие остановилось. Об этом коллегам рассказал депутат Коджобек Рыспаев. Он же предложил создать депутатскую комиссию, дабы разобраться в ситуации. Сейчас главный вопрос стоит в том, кто остановил работу завода. Финпол говорит, что они ничего не предпринимали, завод не закрывали. А руководство НПЗ пишет нам, ссылаясь именно на Финпол. Непонятно, что происходит. Если руководство завода пошло на шантаж, пусть отвечает перед законом. Предлагаю создать комиссию и проверить этот вопрос. Глава ГСБ Бахтыбек Аширов, в свою очередь, заявил, что руководство предприятия умышленно сокрыло 54 миллиона сомов налогов. Помимо этого, при снятии остатков кассы бухгалтерии, это налоговая служба проводила, в кассе должно быть, по бухгалтерским документам, 2 миллиона 600 тысяч долларов, а фактически оказалось 600 тысяч сомов. То есть опять же идет укрытие. В результате возбужденного уголовного дела взят под арест один из руководителей предприятия. Я прекрасно понимаю, что у фискальных органов есть много методов и рычагов воздействия. Ну, можно было забрать паспорта, ограничить, поставить рамки, сроки какие-то. Зачем закрывать-то предпринимателя? Также существует информация о подделке документов. При обыске изъяты отдельные бухгалтерские документы и выявлены нарушения отсутствия ГСМ на 26 миллионов. Хотя по документам они должны были быть на складе, сообщил Аширов. После долгих обсуждений депутаты создали комиссию и направились на нефтеперерабатывающий завод. По итогам проверки они обещали дать информацию в ближайшее время. Для справки, «Джунда» выпускает бензин 6 марок, дистопливо и сжиженный газ. На заводе трудятся около 600 человек, а производственная мощность 850 тысяч сырой нефти в год. Зарима Мусаева, Бекназар Ширмамбетов, Общественный, Первый канал.